Давно хотела проверить, как же отреагирует моя Ника. Девочки, у вас что-то тут есть! Открывайте! Пусто! Давай, открывай. Тяжело. Шоколадки! Чапатки! О, сразу поделился, видишь? Ой, какая ты молодец! Это еще Бади. Еще Бади? Боже, какой ты у меня сладкий ребенок. А я думала, не поделится, если честно. Она такая сластеная, нас очень любит сладкое. Какая Бади, ты молодец! Короче, яйца можно не жарить. Бади, да, нет, забираем пока сладкое. Давайте сладкое после завтрака, а потом будем... Мама даст вам сладенькое, давай. Кто-то спал свой кладет. Да. Вот так. Всем добрый день. А мы с девчонками приехали в магазин. Выбираем новую очистку воды себе. Эти вот такой же насмотрели. Вот такой хотим взять. Это типа один кран и на воду. Да. И на минерализацию. А наш кран тогда куда? Не, ну наш кран будет. Это ты набираешь только, когда пить хочешь. Надо будет еще один. Что? Дырку сверлить под него. Да, да, дырочку надо будет сверлить. Его сбоку будем ставить, он будет поменьше размером. Короче, ребят, вот мы брали вот такой автобрайт Мусма. 6 ступени очистки с минерализатором и с бачком. Так, девчонок двигаем, подвигаем. Ну что, девчулечки, вмещаетесь вы? Вмещаетесь, мои девчонки? Садись рядом, София. Поедем на кассу. Коль, нам больше ничего же не надо. Там по факту надо смотреть, какие там все в комплекте. Я смотрела. Мне, чтобы соединить с нашей водой, что надо. Я думаю, разберемся. Ну что, давайте пока на выход. Я думаю, что там надо сразу двойники просто взять. Там все в комплекте, я видела. Водителя. Там все в комплекте, все, да. Все, я же смотрела в интернете такой. Продается, я хотела такой через интернет купить. Но у нас такой, оказывается, в материке есть. Я уже изучила эту тему, потому что хотим очищать еще воду. Поднимай ноги. Чтобы у нас вода была идеально чистая, особенно для наших деток. И вот, сейчас едем. Сейчас у нас еще анализ крови, уже контрольный. Вот типа, как девчонки такого, мои, да, выздоровели, да? И все, завтра в школу, наверное, уже, Софика, пойдешь. Не, еще завтра не пойду, потому что я уроки не буду. Ага, сегодня сделаешь и завтра пойдешь. Надо Пап, на верно? Ну что, давайте тогда на выход и еще анализ крови. А мы сейчас идем, смотрите, у нас какой лед, видите, да, везде, на всех дорогах вот такой лед у нас. Мы идем сейчас, давай, надеюсь, в последний раз уже, да, в медицинский центр, чтобы анализы. Сафуне, она болела у нас, Никуша болела очень долго. Никушка, Никушка, куда ты, солнышко, идешь? Ты идешь анализы сдавать, контрольные. Папа говорит, что идешь к себе домой? Нет. Да, как к себе домой уже ходишь. Центр. Я надеюсь, что все, я не хочет идти. Папа на ручки просится. Смотрите, 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 как она просится на руки. Ну, папа, ну возьми меня на руки. Я же твоя маленькая принцесса. Да, папа, так она просится? Это моя уже папа старше принцесса. Так, давайте, наверное, бахилы оденем, ребят. Ну, давай, папа, бахилы. Пап, стой. Папа. Бахилы. Так, Софика, себе. Я возьму себе, ой, чтобы не намусорить. Чтобы чистота была. Да, дочь? И Нике надо. А Никуша, они будут очень большие, дочь. Папу гони, мам. Одевай. Папу, где? Так, поднимаемся на второй этаж. Папа уже прошел. Сейчас заплатим и сразу. Мне нравится в этом центре, что можно анализы получить на электронную почту уже через час. Да. И посмотреть. Какой пальчик будешь колоть? Любой. Любой же. Уже неделя прошла, как мы предыдущие анализы делали, да? Да. Уже позажили там немножко ее пальчики. Вот так. Поэтому будем делать любой. Вот, вот этот не открывай. Хорошо, давай. А вы оплачиваете, да? Мадам Брошкина. Ты раздеваешься? Раздевайся. Раздевайся. Сейчас быстренько разденемся. Идем. Так, сейчас Софья все закончит. Угощаются конфетки. Вот знает, зачем ты делаешь конфетки. Давайте я помогу. София, я ей сказал, после того, как... А, после того, как мы дадим конфетку. Правильно. Ника вытребует конфеты. Конфеты вытребует у папы, да? Кто требует у папы конфеты? Кто требует у папы конфеты? Ты? Требуешь?
Вот три бутылки. Давай. 218. Как всегда. Пошли, да. Я не пойду, или иди. Продержать эту. Да. Пойдем, папа, тебе держать. Даже мы уже там делают. Проверь. Нет, пусто, свободно. Заходим. На руки. Мультики идут. Мультики идут, ура. Иди на руки, куда убежала. Идут мультики. Здравствуйте. София. Давай Софийку сначала. Давай. Не кусь. Давай. Не кусь будешь первым? Боишься, давай. Да? Боишься? Да кто боится? Здесь, здесь сказали? Или да, там? Здесь. Здесь берут анализ крови. Девочки, на не крыш боятся. Держи. Бобо. Бобо здесь делают? Сейчас откроешь машину, чтобы она недалеко стоит. Наклеечки. Выбираешь наклейки? Ну, выбирай. А мне дайте. Мам, на, возьми этот ключ. Давай. Я хочу себе. Хочешь, девчонки, покажи. Машину. Уже выбрали? Нет. Я хочу себе вот эту. Нет. Чупа-чупс. Кейк-попс. Ясно. Ну, все, хватит. Одну взяла и хватит. На тебе кейк-попс. Ням-ням. Ням-ням, да. Нагрей. Три ручка в ручку. Спросили. А ты ж не больно, ты уже вкладываешь. Разогреваю. Похлопай. Я... Кулачки. Папа нити разогревает. Да, девчонки? Грейте, грейте. Давай я тебе помогу. Нет, я сама. Что там? Мультик? Нету мультика, закончился. Все, видишь? Давай тебе руку. Да не больно, ты же знаешь, потом тебе заклеят все. Ну, что ты сегодня сжала? А чего? Ты не бойся. Нормально, это все, папа. Ты с папой. Смотри, потом София будет. Будешь смотреть, как София берет. Ну и все, что больно? Ничего ты, сладик мой. Не больно, ну я думаю, не больно. Чего ты плачешь? Наклейку взяла? Ой, я думаю, она просто дыркачок будет больнее. Чуть-чуть, чуть-чуть. Что? Я дыркачок будет больнее, у меня такая причесса. Малыш. Ну все, сейчас Ники быстренько сделают и все. И все будет нормально. Потом сопить. Не кушай. Ну, ты уже профессионал в заборе крови. Десятый анализ, наверное, за месяц. И, конечно, пластырь. Видишь, какой красивый? Какая красота у тебя. Оп, и все. Ну, сопи теперь. Ну, свободно. Ты ему сопушай. Да, сейчас пойдем за ням-ням. Только подождем Софию и возьмешь конфетку. Софию руки. Я же тебе говорил. Скажи, какая красота. Не срывай пока. Зайчики у тебя, мишки, тортики. Ями. Красота. Не срывай пока. Надо, чтобы кровь остановилась. Нет, она еще не остановилась. Так, все уже, да? Уже весь страх прошел. Не срывай, я тебя прошу еще. Чуть-чуть потерпи еще. Подожди, пока выйдем, пока конфету возьмешь, потом будешь срывать. Хочешь уйти, чтобы сорвать и выкинуть мусор? Да, смотрите. А будет кровь потом идти, выможешь кофту и будешь стирать. А скажи, я наклею. Что хочешь? Не, не стирай, не срывай, доченька. Ну все, я тебе няня не дам. Не дам, если снимешь наклейку, не получишь. Не дам. Не дам. Слышала? Потом не обижайся, я не дам конфету. Все, хорошо, не получишь. Молодец. Не больно? Ну, конечно, не больно. Это ты мне вообще профессионал. А пока ты не надавила, поэтому мабу. Мабу. Ах ты. Куша, не куша. Главное, что ногой открыть мусор, ты понимаешь? Ах, не получилось. Все. Пойдем одеваться. Пойдем одеваться. Ням. Ням хочет. Покажи палец. Кровь есть? Ты молодец. Нет. А вот это что? Почти все. Вот это что? Кровь плохо идет, да? Угу. Холодные ручки. Грело, не догрело. У меня болит, папа. Да, и Софи тоже болит. Взяли по конфетке? По две. По две взяли? Да. Вот и все, счастье есть. Счастье есть, жить можно. Сегодня еще к врачу пойдем. В 5 часов вечера. Да, надо сходить еще к врачу. Ну, значит, вы тебе же справку должны в школу дать, правда? О, боже, что да. Ты здоровая. Ну все, пойдемте. Нет.
видишь, папа уже с Сликой почти спустились. Я хочу просто посидеть. Давай, иди. А мы сейчас уже едем к врачу. Давай сюда, залетай. Сюда иди. Никуша к себе. Давай, давай, давай. Давай, зайка, уж папа открывает ворота, а мы садимся. Давай. Куда? Нет. Всем добрый вечер. У нас сейчас вечер. А уже смотрите, все в пижамах. Никуша моя бежит в пижаме. Саша, покажи свои мегаботы. Сейчас вам покажу Сашу в своих мегаботах. Сашенькины тапочки-то потули. Софии-то потули бархатные. Тяги у Никуши нет. Она показывает, что у нее нет. Ну, ты милая единорожка. Милая единорожка. Софийка у нас. Ладно, я вам покажу другое. Смотрите, что у нас. Что у нас? Что у нас? Вот никогда не догадаетесь, что это вообще. О, это папа. Я уже знаю. Ты знаешь? Ну, подожди, сюда, это вам хочу посмотреть, что это. Так. Я знаю, ты знаешь. Так, Саша тоже идет смотреть, что же это. У нас какая-то сегодня упаковочка, какой-то штуки, да? Какой-то штуки, да. Софика уже знает, потому что... Ника, ты знаешь, что это? Это будет вообще, это у нас бытовая техника. Написано «Лидстоп». Это папа, открываем, открываем, открываем. Да, всем нас... самым открываем какую-то открываем. Посылочку. Что это за посылочка? Папа рвет, девочки, кстати, встали. Встаньте, дети, встаньте в круг. Какой-то лицо. Лицо. Ой, папа прям пьяно рвет. Ну, это картон, кстати, можно будет использовать для розжига, да, нашего камина. И да. Новый робот-пылесос. Это крутейший робот-пылесос. Что случилось, Софи? Он и моет. И моет, и сам очищает. Что такая большая коробка? Так, ты видишь, как он его заряд? Так. Та-дам! Та-дам! Это так, вот такой мы себе штучку. Ну что, давайте его к камину. Давай, идем. Посмотрим. Ничего не знаю, я сегодня еще распаковывать не буду. Так как надо изучить все инструкции, да, Николя? Да. Я думаю, а чуть попозже мы этим займемся. Мама! Будет у нас новый помощник. Новый у нас робот. Саша, четвертый робот, да? У меня вот там первый. У нас есть, Коль, да. Один чисто моющий, три просто пылесосящих, два из них могут мыть, но это никакие Мама! Роботы. Нет, итак, что у нас здесь? У нас есть такой коврик какой-то непонятный. Для него. Не знаю, что? Для чего. Коврик. Потом коврик. Так, смотрим. Система. Зарядки. Зарядки. Девчонки, больше девочкам больше всего интересно. Не вырывай, пленочки уже. Так, все в пленочку. Ну, понятно, что у нас. Он сейчас... с двумя этими новыми дисками. Ага, сюда, наверное, цепляются. Ой, это эти тряпочки. Швабра. Тряпочки. Не кушай. А не кушай, что нравится. Что мы не кушаем? Пластик. Это вот дом для кукол? Да, вот, да. Смотри. Вау. Короче, одна подставка, вторая, а это база. Да. Куда он заезжает. Здоровая. Ну все, на завтра целый день у нас с тобой будет распаковок это и изучение инструкций. Я тоже. Короче, завтра будем изучать. Завтра все, давай я пока.